Что, друзья, мы приехали в порт, будем забирать автомобили. Еще немного осталось. Вот они, контейнеры. Те, которые расформировали, и машинки уже сейчас будем забирать. Наши, точно. Вот у нас сегодня Audi Q5 и Jeep Wrangler. Гамаджоба. Из-за перегрузки в порту эти два автомобиля простояли немного дольше, чем необходимо. Но порт Батуми не самый огромный, но тем не менее принимает достаточно большое количество автомобилей. И эти машинки немножко подвисли. Но мы их забрали, поплатили стоянки. И в целом вот поеду на наше СТО, потом уже поеду к нашим клиентам. Сейчас нужно проверить комплектность. Есть ключ, вижу. Так, только что испугался, что украли ключ в порту. Но здесь вот вторая его часть. Так что все в порядке. Так, теперь Jeep Wrangler Unlimited Sport. Вот ключики на месте. Да, джиповские. Все в порядке. Ну, в принципе, неплохой аппарат. Достаточно свежий автомобиль. 11 месяц 2018 года. В очень красивом цвете, да? На обычных дискарях. Но очень легко его можно лифтануть, затюнинговать. Часто с этими машинами так и поступают. Поэтому их часто берут в обычной комплектации и уже потом модернизируют. Audi тоже свежая. Естественно, Quattro. Давайте взглянем в салончик. Так, там даже что-то лежит. Но поврежденное. Наверное, с ремонтом не получится использовать. И теперь самое главное, еще нужно посмотреть. Тут все в порядке. Но в Wrangler это будет сделать немножко тяжелее. Сейчас попробуем. Так, здесь с крышей тоже все в порядке. То есть никаких дополнительных повреждений при транспортировке не было, что не может не радовать. Ну, в общем-то, вот так вот забираем автомобили, обязательно проверяем всю комплектность и отправляем машинки на наше СТО. Осталось сообщить клиентам, что их автомобили были успешно забраны из порта Батуми. И еще одну тачку забрали из порта, это Volkswagen Tiguan чистого 2022 года выпуска, в последней морде, но по этой морде его пока что не узнать, дальше посмотрим по результату. Ну, тачка достаточно интересная, в Airline, хорошей комплектации, такими повреждениями. А вот эта сторона у автомобиля абсолютно целая, то есть по факту пострадала передняя часть и передняя правая сторона. Вот 1606 миль пробега на автомобиле. Чистый 2022 год. Вот получили еще автомобили. Это BMW X5, G5 кузов и Mazda CX-5. Не дали снять по-человечески, уже выгнали быстренько с терминала. Вот машинки отправляются к нам на СТО в Руставе. И мы там их вам уже более подробно покажем. Следите за нашими историями в Инстаграме и за ходом работ с этими автомобилями. А вот малышки с другой стороны. Мазочка практически не пострадала, BMW отсутствует дверь и есть повреждения по передней части. В принципе, пострадали только навесные элементы. Так, автомобиль в хорошем состоянии, 8 месяц, 21 год. Мне очень нравятся салоны в новых кузовах. Так что вот так вот, ребятки. Сегодня забираем уже последние машинки из Батуми. Дальше практически все автомобили будут чуть уже в поте. Там ситуация с портом немного получше. Здесь он перегружен. И сегодня забираем Mercedes GLS и Audi Q5. GLS очень свеженький, 21 года выпуска. Посмотрите, какой красавчик. Q5 тоже получила по передней части. Сейчас проверим комплектность. Есть какие-то дополнительные повреждения, и будем отправлять уже к нам на СТО. Салончик в неплохом состоянии, ключи на месте, документы в порядке. И больше всего меня интересовал ключ на ГЛС, он тоже на месте. Салончик, понятно, нужно будет похимчистить. 9 месяц 21 года выпуска автомобиля. Кстати, очень нравится вот эта огромная панель. Классная тачка. Все, ждем их у нас на СТО.
и будем снимать более подробные обзоры. Ну а после того, как мы забираем автомобили из порта, мы их уже отвозим на охраняемую площадку, где машинки стоят временно, и дальше они распределяются. Некоторые едут к нам на СТО, некоторые едут сразу же на таможню. И тут уже все зависит от автомобиля. Вот как раз машинки, которые мы последние забирали. Часть машин уже находится у нас на СТО. Не успел вам показать еще. Забрали Lexus RX и Toyota Sequoia. Да, также вон стоит свеженький Cadillac Escalade в последнем кузове. Такой красавчик. Вот. Кстати, это огромная увеличенная версия, да? Все закрыто. Все по-правильному. Ну, а эти все машины дальше поедут к нам на СТО. Вот. И за дальнейшим развитием событий, за дальнейшим ремонтом можете уже наблюдать на нашей страничке в Instagram. Ну, ребятки, вот мы уже у нас на нашей базе Autodesk Hub Georgia. Тачки приехали сюда, пойдемте посмотрим на них. Ешечка 550 уже приехала. Кстати, она 2016 года, кабрик. Такие машины тоже можем возить, там кому нужно. Допустим, эта машина, по-моему, остается в Грузии. Их растамаживать, в принципе, без проблем. Камара тоже забирали. Также приехал GLE 350. Машинка либо 20-го, либо 21-го года выпуска. Сейчас вам точно не скажу, нет ключей под руками. Кстати, с очень легеньким ударчиком. Вот, а так в целом все по нему хорошо. Машина просто дефектована страховой. По факту соберется и поедет. Lexus тоже на базе. Я, честно говоря, не помню. По-моему, мы даже в историях не успели показать. Потому что забирали уже поздно ночью. Реально из порта. Ну, и в 2, и в 3 часа ночи тоже выходили, забирали. Потому что большое количество скопилось, нужно было все позабирать. Вот. Но справились, все машины уже выехали. Еще, кстати, прикольного миника я вам его показывал в историях. Это мини-купер 19 года, двухдверный, но он необычный. Это версия JCV, John Cooper Works. Сейчас машинка поедет на таможню и дальше будем отдавать клиенту. Она на панораме, в общем, крутой комплектации. Думаю, немного позже мы вам ее полностью покажем. А так все остальные тачки, что, ждут своей очереди. Некоторые заезжают на ремонт, некоторые будут ехать уже таможиться в Армении. Так что, ребятки, вот так и работаем. Друзья, и обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте колокольчик, не пропускайте наши видео, следите за нашими новостями. Всегда какие-то новинки, акции, то есть то, на чем вы сможете либо сэкономить, ну, либо, в принципе, вам понравится оказанная услуга. Заказывайте машины из Америки, Европы и Эмиратов.